Всем привет! Мы в Доминикане, это Пунта Кана, отель Tropical Princess Пунта Кана. Вот, и сейчас мы покажем, что здесь есть, что здесь интересного. Опять же, постараюсь за небольшой период времени как можно больше информации сюда вложить. Отель Tropical Princess находится на общей территории с отелем Карибы Princess, но так как это все-таки разные отели, самое главное, я покажу, что есть именно в Tropical, потому что территория огромная, здесь все можно ходить очень долго. Вот, мы у входа на ресепшн, и с выхода на ресепшн видно футбольное поле. Правда, за всю неделю пребывания я не видел, чтобы здесь кто-то был. 3 теннисных корта, все бесплатно, можно взять, поиграть ракетки. Теннис большой. Можно сходить в ночной клуб, вот здесь вот, если, грубо говоря, вот по дороге идти к шлагбауму. Слева будет здание ночного клуба, он относится к отелю. И там бесплатные напитки, можно, в общем, отдохнуть посетителям отеля. В принципе, прикольная музыка, я там разок был. Вот, дальше двигаемся на ресепшн, ну и внутрь отеля. Ресепшн отеля Tropical Princess. Единственное, точнее не единственное, одно из двух мест, где ловит Wi-Fi, довольно-таки неплохо, просто с перебоями. Вот, можно взять модем из расчета 5 баксов на сутки проживания, он будет стоить с интернетом, и ходить, пользоваться интернетом безлимитно в любом месте. Вот так здесь выглядит ресепшн. Здесь есть бар, можно попить любые там напитки, пиво, лимонад, вода, несколько видов коктейлей. Вот, здесь ходит такой вот транспорт, курсирует. Ну, ходит буквально каждые 5-10 минут. То есть можно поехать сразу к отелю, потому что на территории довольно-таки большая, пешком пройти от начала до конца минут 10, может 15. Здесь плюс еще слева находится Карибы Принцесс отель. Как бы тут можно очень долго плутать, гулять. Вот, ну сейчас пройдем пешком, посмотрим, что тут есть. Очень живописно, очень красиво. Здесь несколько домиков, это магазинчики. Сувенирные, там разную ерунду продают. Честно, ни разу не заходил. Магазинчики есть вдоль пляжа, с левой стороны, с правой стороны. Алкоголь можно купить. Опять же, те же сувениры. Есть русскоязычные магазины. Тут таблички с указателями корпуса. То вы пройдете через такие живописные места. Очень много зелени, очень много всяких редких птиц. Тут и помимо аистов, павлинов, уток всяких, много всего есть. Есть еще и черепахи здесь водятся. Варанов я видел. Ну, прикольно, очень клево. Можно тут залипнуть, ходить, смотреть, фотографировать. Очень красиво. Все переливается яркими красками. Круто. Мы выходим из зоны тропического леса и попадаем. Тут небольшая детская площадка. Стол для настольного тенниса. Слева вы видите рестораны. Здесь система а-ля карт. Есть 3 ресторана. Доминиканский, по-моему, бразильский и мексиканский. Если честно, не помню, потому что ни разу в них не ходил. Запись в них идет в 9 часов в главном корпусе. То есть, в принципе, свободно можно записаться. Там запись идет на пару-тройку дней вперед. Вот, подходите, записывайтесь, если хотите. Я почему не ходил, потому что здесь очень плотно и вкусно кормят в главном ресторане. Поэтому, ну, как-то лениво было тратить время на походы еще по ресторанам. Опять же, на любителя.
сходите, потом расскажете, как сходили. Вот небольшой здесь пруд такой. Уточки. Вот наш корпус красного цвета, красно-желтый. Мы к нему еще вернемся, посмотрим попозже номера. Сейчас пройдем до пляжа, ну и мимо бассейна. До пляжа тут 2-3 минуты пешочком. Ну, опять же, в зависимости от номера, в каком вы будете. Мимо бассейна проходите. За вот этим корпусом слева там еще такого же плана бассейн. Вот там постоянно проводится какая-то анимация. Пенная вечеринка, волейбол. Все, в принципе, довольно весело. Время 10 утра, народу уже полно. Многие, конечно, занимают лежаки, кидают полотенца. Это бывает немного бесит, но селяви. Приходится иногда так же потом делать. Если хотите на пляже там посидеть, например, на первой линии лежаков под зонтиком. Вот, полотенце вот там слева выдают. Здесь выдают карточку. Выйдете с карточкой, даете карточку. Взамен полотенца. Ну и, соответственно, потом наоборот. При возврате. Барчик. У пляжа несколько баров. Штуки 3, наверное. То есть можно заказать, опять же, все бесплатно. Пиво, напитки, лимонад, воду. За пляжем следят. Вот мы выходим на пляж. Белоснежный песочек. И еще лайфхак. Вот здесь вот у красного столба отлично ловит Wi-Fi соседнего отеля Paradisus. Никаких паролей, ничего не надо. Просто вот сюда подойдете и все у вас заработает. Охранники следят, чтобы не приходили люди с других отелей. Ну, как бы все работает, все хорошо. Мы сейчас попали на сезон водорослей. То есть примерно где-то 2-3 месяца, но они здесь. Ну, обещаю, что с ноября примерно где-то их не будет. Вот, есть волейбол здесь. Есть там еще одна волейбольная площадка. И футбольные ворота есть, можно поиграть. В принципе, сейчас такое время активности, очень много народу сейчас здесь висает. Ну, также и водные всякие штуки можно брать, экскурсии. Вариантов развлечения полно. Можно в баре посидеть. Ну, здесь очень круто. На самом деле, очень-очень круто.